Доброе утро. Доброе утро, мои уважаемые подписчики. Доброе утро, мои уважаемые зрители. Привет вам из Анапы. Сегодня у меня по плану полуторачасовая ходьба. И я хочу поехать в район Джимэте. Я нахожусь на автовокзале, вот за моей спиной автовокзал. Рядом с автовокзалом остановка 128-го автобуса. И я направляюсь на Джимэте. Автобус ходит еще 114-й, но 114-й немножко подороже, поэтому я решила поехать на 128-м. Вот он уже пришел, но он очень полный, да, забитый или нет. В общем, постараемся сейчас поехать. Так, друзья, доехала я до Джимэте. Села. Сейчас хочу созвониться с подругой и пойдем прогуляемся по этому райончику. Мне этот район очень нравится. Вот за моей спиной сейчас аквапарк. Сейчас я вам его покажу. Видно его? С этой стороны. Остановка называется Джимэте. Джимэте 1. Здесь очень людно. Очень много кафешек, ресторанчиков, очень много аттракционов. Вот этот знаменитый аквапарк, парк рядышком и очень чистое море. Чтобы пойти к морю, нужно перейти дорогу. И вот туда вот через дорогу у нас будет море. Для тех, кто только подписался на мой канал, хочу сказать, что я хожу полтора часа, 3-4 раза в неделю. Ох ты, скорая одна за одной. Как громко. Хожу по полтора часа. Взяла за правило и зимой, и летом. И вот сегодня решила такой маршрут себе придумать, погулять. Так, уступают нам. Сейчас перейдем дорогу. Машин очень много. В общем, взяла за правило ходить, ходить и ходить. Сегодня я решила показать вам район Джимэте. Вот, друзья, вот эта вот дорожка, которая ведет к морю. Вот мы с вами перешли. Были на той стороне. Народу очень много. Вот наш знаменитый аквапарк, который находится на Пионерском проспекте. Вот Пионерский проспект продолжается. Туда вот еще ехать и ехать можно до поселка Витязева. Ну а мы с вами находимся в Джимэте-1. Пойдемте погуляем, посмотрим, чем у нас тут дышат, что у нас тут продают, что-то вкусненькое посмотрим. Вот столовая, полет. Интересно даже, какие тут цены. Сейчас посмотрим цены. Людей что-то маловато. Полет. А цены не указаны. Видите, нужно подходить и спрашивать. Ну, тогда мы пойдем гулять. Сувенирка, сувенирка, шляпки, духи. Вот тут одна единственная центральная улица, которая ведет к морю. Отельчики.
Мало по времени, 30-40 минут, можно поменьше. Косички, косички. А ну-ка посмотрим, что тут у нас за косички. Быстро? Очень. Я тоже. А, с закрытыми глазами. Кто как может, так и зарабатывает. Французские, африканские косички здесь. Ну, а здесь у нас чай. И вот так вот, никуда не сворачивая, мы с вами пройдем к морю. Шляпки. Вот вещи закончились, начались овощи, фрукты. Еще немножко, и мы выйдем к морю. Ой, какие дыньки маленькие. Скажите, с какую цену дыньки такие маленькие? 50 рублей штучка? Ой, варенье, сыры. Ой, как жарко стало. Очень жарко. Вот называется этот пляж белый пляж. Здесь необычный песок. Сейчас мы посмотрим, какой там пляж. Народу в этом году очень много. Ой, здесь косички плетут. Девчушки. Вот, а с правой стороны варенье, рыба, сыр. Мороженое. Ох ты, мужчинка толкнул. Смотрите, какие навесики хорошенькие. Поспать можно. Лось.
серебристый растет. Вон, видите, вдали. А песочек здесь совсем другой. Видите, мелкий какой. Совсем другой. Ну, я сравниваю с центральным пляжем нашей Анапы. А Витязева еще лучше пляжа. Там такая ракушечка. Мелкая-мелкая. В общем, ракушечек почти по всему Витязеву. Сколько? Дети теряются, без присмотра остаются, и очень много теряются деток. В Анапе был недавно случай, вот девочка утонула. Родители приезжают, начинают пить, веселиться и забывают про все на свете. И девочка утонула недавно с моста, спрыгнула. Случаев очень много. Я сама несколько раз уже спасала детей. Вот так вот смотришь на воду. Они купаются, кувыркаются. Раз волной накрыло, и ребенка нет. Родители не видят своих детей. Сидят, пиво пьют. Ну, я не хочу сказать, что все, но в основном люди отдыхают и не видят своих детей, потому что сидят, пьют. Ну, смотрите, сколько народу. Как водички сейчас посмотрим. Очень много в этом году. Вообще каждый год дети тонут. Не только дети, и взрослые тонут, потому что пьяные заходят в море. Но чаще всего детвора тонет, потому что родители не смотрят. Ох, какая волна. Чистейшее море. О, тепло как. На таблетки помчаться. Как покатались? Отлично. Кричали, это вы? Так громко. Все, умчались. Вон они. Ух ты! Уху-ху-ху-ху! Намокла. А еще можно покататься на катамаранчиках. Банана не вижу. Обычно еще тут банан был.
уже начинает свисти море. А эти готовятся на таблетку. Сейчас дождемся. Ветерок такой приятный. Морюшка. Белый пляж, GMTM. А вот возвращается таблетка. А нет, это банан. А вот попутешествовали и возвращается. И таблетка, и банан. О, видите, какая суета. Одни приплыли, другие собираются покататься. Вот еще один банан, а вот таблетка. Хочу спросить, от GMT до Анапы. Вешка, вы на вот сейчас на этот вот теплоходе? На этот. Да, он возвращается сюда, он на Анапу, да. Или какой у него маршрут? Ну, вот, просто по морю сюда, да? Да, 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 и обратно сюда. Угу. Вас не покупаетесь, обратно. Спасибо. В общем, на часик здесь забирает, в море открыто уходят, покупались и возвращаются назад. Я думала, можно добраться до Анапы. Ой, водичка какая теплая. Здорово. У нас в Анапе тоже очень много людей. Ну, захотелось мне сегодня что-то в GMT и показать вам, какой у нас пляж. А вот там, вот там. Вон, видите, бухточка? Вот это у нас Анапушка. Анапушка любимая.
Москвы. Вы нам будете заворачивать на автобус. Лежаки. Ветерок поднимается. Смотрите, под лохом серебристым отдыхает молодежь. Такое название у растения. Лох серебристый. Это финик. Очень приятный аромат. Фиником пахнет, тогда цветет. Мне очень нравится. Маленькие финики. Я в детстве, помню, кушала их, когда мы в Азии жили. Здесь, когда увидела, думаю, ох, детство сразу вспомнилось. На дюнах очень много лоха серебристого. У нас у центрального пляжа в Анапе было большое-большое дерево. Высокое, такое мощное, такой ствол большой был, широченный. Спилили. Он прям на дорожке находился. Его спилили. Ой, горячо идти по песочку. Вот такой белый пляж. ШБТ-1. Я возвращаюсь по этой улочке. Она одна единственная. Ветер поднялся. Тут отель. Ну, дорога к морю. Вот смотрите, какие домики сдают. У моря, прямо у берега, очень удобно. Тут очень много кафешек, ресторанов. Инжир уже продают. Очень много точек, где косички заплетают. Вот столовая. Ну, а с правой стороны вот я возвращаюсь. Дают и рыбу, и пиво, и раков. Даже посмотрите сейчас, почем печеное здесь продают. Ох, чего только нет. И пончики, и чебуреки, и самса. Хочу за творожные шарики. Творожные шарики. Бохча. А вот это что такое красивое? Яблочный какой-то... Плетенка? А, это сладенькая, да? Похвала, похвала. Тут же шашлык. Ничего, ничего. И тут восточные сладости. Возвращаюсь на остановку. Очень жарко сегодня. Ну, хочу напомнить, что это район ДЖМТ-1. Из Анапы с автовокзала ходит автобус 128 и 114. Остановка Аквапарк. Есть еще остановка Дельфинарий перед аквапарком. Там можно
сходить посмотреть дельфинов. Это наш знаменитый Пионерский проспект. Ну, а я иду сейчас на остановку и в Анапу. Стоимость билета на 128-м 36 рублей. На 114-м знаю, что дороже. Не могу сказать. Вот как раз 114-й уходит. Квасу, что ли, выпить? Да, квасу хочу. Все, друзья, всем пока. Оставайтесь на канале «Планета Земля» с Татьяной Пановой. Увидимся в следующем видео.